Лысый еж похож на резиновый мяч. А как вы думаете, где мы? Все верно, мы на КВН. И сегодня мы снимаем вводный репортаж именно здесь, в цитадели молодых и смелых ребят. Сходу шуточку про чемпионат мира по водным видам спорта. Прям вот буквально за минутку. Ну, есть такая? Плюх. Волонтеры, которые работают на Фине, называются финики. Пипец, я быстро придумываю шутки. Какая песня могла бы стать гимном чемпионата мира по водным видам спорта? Русская. Кульпатра, кульпатра, нэджи кульпатра, нэджи кульпатра. Все, дальше не буду петь, дальше нельзя. Это про воду, про чемпионат. Да, это... Фина. Да, горная вода. А у реки. Под водой, где-то там в темноте, на глубине. И танцуем чуть-чуть. В глухой пустоте мне некому. Верить, мне трудно дышать, да. Никуда не... Вода, вокруг вода, значит, Казани чемпионат мира по водным видам спорта. Песню какую можно подобрать для чемпионата мира? Можно татарскую? Конечно, как гимн? Раз в Татарстане будет. Ну какая вот песня? Салавата, может быть, самая известная. Причем Салават? У нас других певцов полно. Кто бы мог стать послом чемпионата мира по водным видам спорта из российских поп-певцов? Наверное, что-то наподобие Влада Топалова. Почему? Ну, потому что он на дне. Где будет проходить церемония открытия чемпионата мира по водным видам спорта? Во дворце открытия чемпионатов мира по водным видам спорта. Казань-арене. Ну, может быть, на оргсинтезе могли. Прям в цеху каком, что ли? Бассейн. Я думал это. Как думаешь, как можно было бы совместить открытие и сабантуй? Мне кажется, в воде можно было бы кюреш устраивать. Плавание в тюбетейках, может быть. Или синхронный кюреш. Кюреш среди синхронисток. Девушек именно, в грязи. В бассейне таком, с клубникой. Плавание в мешках, вот это знаменитое. А сабантуй — это же начало посевной. А у нас в этом году уже посевная 1 августа. Поэтому будем без хлеба зимой. И зато с чемпионатом. Со зрелищем. Без хлеба, но со зрелищем. На чемпионате мира по водным видам спорта. Скорпион Аркадий. Утонул. Какой слоган у чемпионата мира по водным видам спорта? Звони, бронируй, приезжай. Быстрее, выше, мокрее. Плавай, купайся, мирись. Почему мирись? Ну, там геополитическая обстановка в мире вся такая плохая, а тут люди все плавают, купаются и мирятся. Скажите, что вы бы смогли сделать на чемпионате, и, возможно, мы вас возьмем. Я бы мог подтирать полотенцем плавчих. Когда прыгают же, вы же обращали внимание, там капельки, ну, вылетают. А ты бы их ловил? Нет, я бы чуть просто пипеточки другие бы туда добавлял. Вот такое бы было у меня важное дело. Ну, станете-то вы волонтерами. Вот, тогда нет. Футболку-то дадут? Футбол! Конечно! Хочешь быть волонтером? Да! Я был волонтером, я готов еще раз стать волонтером, да. Потому что ты КВНщик. КВНщики, они такие, работают за еду. Я волонтер. Ну вы победили, вы молодцы, ребята! Спасибо большое! Кем будете работать, когда закончите институт? Волонтерами! На чемпионате мира по водным видам спорта! Молодцы, спасибо большое!